Впервые главным судьей 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» в городе Якутск стал казахстанец Мерей Акшалов. Он был участником игр в 2004 году и спустя 20 лет принимает участие уже в качестве главного судьи. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта. В преддверии турнира он встретился с президентом Международного комитета для обсуждения ключевых организационных вопросов. Всего будут работать свыше 700 судей по 24 видам спорта. В 21 из них выступят более 200 казахстанских атлетов. Отмечу, игры пройдут на своей исторической родине с 25 июня по 7 июля. Мы следим за тем, чтобы все команды сейчас прошли мандатную комиссию, жеребьевку вот на этом. Дети Азии, это как Олимпийские игры среди детей 16 лет. Это сейчас кто участвует, у них у всех это первый такой большой старт. Для них это мотивация.